Так, ну что, вот процесс сбора этого танка практически завершен. Мы имеем нижнюю часть полностью собрана. Нижняя часть полностью собрана с катками. Верхняя часть тоже. Я доклеил эти ручки, крюки. Вот сейчас поставим на место все. Секундочку, паузу поставлю. Так, продолжим. Итак, модель собрана. Она в полном сборе. Вот все эти элементы присутствуют. Окраска это уже будет второй этап, самый неприятный для меня и самый сложный. Вот. Ну, в данном случае мне очень понравился конечный результат. Заняло это у меня достаточно много времени, где-то около 12 часов. Но я доволен. Результат очень хороший. Размеры танка, естественно, небольшие. Я могу продемонстрировать. Вот он такой. То есть стоит покупать эти наборы от Звезды. Именно вот такие танки. Они довольно интересные. Вот. И при собирании приносит массу удовольствия.